Эй, ребята, что происходит? Абсолютно ничего. Я должна была сегодня поехать на пикник. А мы с другом собирались поиграть в футбол на школьной площадке. Мы тоже хотели пойти на площадку. У меня есть идея. Давайте поиграем в поиск сокровищ. Что это? Для начала составьте список предметов, вам придется их все отыскать. Соберите в сумку все и обратно тащите, вам нужно время соблюдать. Сможете сделать? Да! Тогда держите список, и началась игра. На старт, внимание, марш! Поиск сокровищ, поиск сокровищ, для тех, кто любит побегать игра. Поиск сокровищ, не сидит детвора. Где найти нам карандаш и ручку? Где найти нам резинку? Я думаю, в ящике я видел раньше неплохая разминка. Нашли? Да! Хорошо, отметьте в списке, продолжаем играть. На старт, внимание, марш! Поиск сокровищ для тех, кто любит побегать игра. Поиск сокровищ не сидит детвора. Где нам можно ткань найти? В ванной! Смотрите, я нашел зубную щетку и расческу. Где у нас в доме посуда? На кухне! Дома царит хаос и суета. Шнурки, носки и мятная жвачка. Мы нашли все, кроме зонта. Собрали все в мешок, бежим с ним наутек, пока по времени не вышел срок. Вы потрясающие! Спасибо! И умные! Давайте устроим вечеринку с пиццей. Ура! Ура! Поиск сокровищ для тех, кто любит побегать игра. Поиск сокровищ не сидит детвора. Поиск сокровищ для тех, кто любит побегать игра. Поиск сокровищ не сидит детвора. Ребят, может, еще повторим? С удовольствием! Ура!